Всем привет! На дворе уже декабрь, у нас в офисе внезапно выросла елочка. Это хороший повод сняться на ее фоне. От лица всей команды R2 я хочу поздравить вас, мои любимые игроки, с наступающим 2018 годом. В 2017 году мы пережили много всего. Ну, для начала в проект пришла я. Мы провели турнир, в котором победу одержала наша российская команда FreePlay. А вот корейских игроков наши команды оставили далеко позади. Вы молодцы, ребята, мы вами по-настоящему гордимся. В этом году было проведено много ивентов, в каждом из которых была своя изюминка. Мне больше всего понравился тот загадочный с кристаллами, потому что не нужно было писать многостраничные темы на форуме. Мы с вами провели лето рейтов, а потом встретили ввод рейтов X3 в игру на постоянной основе. Познали прелесть счетчика на мобов и научились создавать оружие мастера. А еще мы победили Перестан, юху! Не стоит также забывать и про Лигу Титанов, которая стала первым временным турнирным сервером на российском рынке. Совсем скоро там состоится финальная битва Титанов Лиги, и тогда-то мы узнаем, кто стал победителем сервера. Ну и, конечно, было поставлено обновление «Наследия Белуса», которое ввело довольно много нового контента в игру. Да, конечно, были и неприятные моменты. Но, надеемся, в Колфорте скоро воцарится мир, а слово на букву «К» перестанет сниться мне в кошмарах. Впереди нас ждет еще очень много всего интересного. Ивенты, конкурсы, изменения в лучшую сторону и, конечно, следующее обновление. Хочу пожелать вам удачной заточки, быстрого кача, верных союзников и интересных соперников. Никогда не теряйте вилы. Вилы? Какие вилы? Никогда не теряйте веры в себя и в ВКР. С Новым годом!